Всем привет, с вами Анчик Мартынова. Сегодня мы будем учиться плести очень простой и красивый браслет под названием «Превосходство». Такой браслет – превосходный вариант на подарок Новому году. Если вам интересно, продолжайте смотреть. Итак, материал, который нам понадобится. Бисер номер 10, биконусы диаметра 5 мм, 32 штуки, бусины диаметра 8 мм, 5 штук и замочек-карабин, а также леска, ножницы и зажигалка. Итак, отрезаем два кусочка лески длиной по 1 метру. Концы одной лески покрасьте лаком для ногтей в черный цвет, а второй в красный. Затем мы одеваем на черный и красный кончик разных лесок 7 бисерин, замочек и еще 7 бисерин. Жемчужную бусину проходим концами разных лесок с двух сторон, затягиваем так, чтобы равномерно разделить обе лески напополам. Начало готово, перейдем к самому узору. Вначале на концы обеих лесок нанизываем по 3 бисеринки. Концы лесок должны быть направлены в одну сторону. Теперь мы берем по черной лесочке с обеих сторон, нанизываем по 3 бисерины, 1 биконус и еще по 2 бисерины. Новую бисерину проходим концами черных лесок с разных сторон. Внутренний элемент узора готов. Затем на внешние лесочки, то бишь с красными концами, нанизываем 6 бисерин по 1 биконусу и еще по 2 бисеринки, спускаем вниз. Теперь на черную лесочку слева нанизываем 3 бисеринки. Берем новую бисеринку и проходим левой черной и красной лесочкой с разных сторон. Повторяем то же самое с двумя лесочками справа. Теперь на красные, уже внутренние лесочки, нанизываем по 3 бисеринки и одну продеваем концами лесок с разных сторон. Продолжаем нанизывать на эти лесочки по 2 бисерины, биконусу и по 3 бисерины, то есть обратный порядок в предыдущем внутреннем наборе. Затем нанизываем на внешние лесочки с черными концами по 2 бисерины, биконусу и еще по 6 бисерин, спускаем вниз. Теперь две лесочки слева продеваем в одну сторону в 3 бисеринки. Действия справа будут аналогичны.
Затем жемчужную бусину проходим этими двумя концами лесок с разных сторон. И наш первый узор готов. Далее плетем аналогично, еще раз повторим кратким видео. В конце нанизываем 15 бисерин, спускаем вниз и связываем оба конца лески. Можно продеть несколько раз этот набор, чтобы получилось ушко, к которому мы будем подсоединять замок. Лишнюю леску отрезаем и все концы подплавляем зажигалкой. Ну вот и все, вот так легко и просто мы сплели браслет. Реально делать его быстро и смотрится очень роскошно. На этом все, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписались, ставьте этому видео лайк, мне будет очень приятно. До новых встреч, всем пока-пока!